Всем привет! И с вами Михаил Шилов, автор проекта Makivara.ru. Ответ на вопрос, почему кажется иногда толчком удар в Makivara? Ну, причина простая. На самом деле он не всегда кажется толчком. Когда удар наносится по поверхности Makivara резко и сильно, то это и воспринимается как удар, потому что резкий щелчок останавливается прямо на поверхности байка. А вот когда удар идет глубокий, до проникновения, когда боек ударяется в отбойник, вот тогда и некоторые люди пишут. А почему это просто толчок, это не удар? Почему они так сам считают и почему это кажется так? Очень все просто. Дело в том, что когда удар идет непосредственно в боек, то на этом и заканчивается весь прием. То есть удар произошел, щелчок произошел, точно так же воспринимается удар по мешку, например. А вот когда боек ударяется в отбойник, мы после контакта, то есть после удара в боек, видим еще фазу, когда боек идет в отбойник. То есть две фазы. Первая фаза рука в боек, вторая боек в отбойник. И вот из-за этого куска и воспринимается как толчок. Хотя если во времени замерить, это, то есть встать на расстоянии, ударить резко по байку, а потом встать немножко ближе и ударить резко так, чтобы байок ударился в отбойник, тайминг будет один и тот же. Время будет одинаковое совершенно. От момента старта до момента, в первом случае, до момента контакта в байок, второй, до момента контакта байка с отбойником. То есть вот это и вот это, когда боек ударится в отбойник, по времени займет одинаково совершенно. Но что восприниматься будет? Будет восприниматься в первом случае вот это, а во втором случае будет восприниматься вот это. Раз, как очень быстрый прием. И вторая часть еще какая-то дополнительная, которая как бы затягивает сам удар. Вот и все. В этом вся фишка. Конечно, можно Makivara и толкать, бить медленно и доталкивать. Да, это толчок, но когда удар производится резко и сильно, в одно движение, нету замедления на байке, тогда это есть самый настоящий удар, и никакого толчка там не будет. Вот это надо видеть, это надо понимать. То есть, если замедление на байке не происходит, то есть раз и замедление, дальше толчок, тогда это удар. Понимаете? Если замедление происходит, то есть удар по байку и дальше какое-то действие, это толчок. Все, в этом вся разница. Ну что ж, думаю, я на этот вопрос ответил. Всем пока, удачи, занимайтесь на Makivara. Приобретайте лучшие Makivara. Вот, например, Makivara Камертон. Это самая лучшая Makivara в мире по ряду параметров. Некоторые, конечно, любят классику, но это классика и новаторство. Что мы здесь видим? Это пружинистая доска, как на обычной классической японской Makivara, но есть еще узел регулировки жесткости и есть еще возможность видеть контролируемую технику на проникновение при постановке глубокого и сильного удара. То есть возникает еще, имеется, вернее, дополнительный контроль. Все. Салют. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока. We'll be right back.